Акции Club Med выросли почти на 2,5% после того, как один из акционеров компании, итальянский бизнес-магнат Андреа Бономи, улучшил свое предложение по выкупу французского курортного оператора. Новое предложение Бономи, 23 евро за акции, сделано за 2 дня до последнего крайнего срока подачи заявок. Битва за Club Med идет уже более 1,5 лет, с мая 2013-го. Эта цена на 1 евро превосходит предложенную другим акционерам, китайским конгломератом Fosun, и тем самым оценивает пионера отпусков по схеме «Все включено» на уровне 874 миллионов евро.